Вы знаете, дорогие, вот когда я был маленький, примерно мне было столько же лет, сколько сейчас дочке Нате Гири и сыну Маше Алехиной Филиппу, моего отца, художника Владимира Шагина, замечательного художника-нонконформиста, посадили на 6 лет в тюрьму. И я прекрасно помню вот его лицо за решеткой, и я понимаю, что чувствуют Гера и Филипп, когда они знают, что их мам посадили. Я хочу вначале прочесть маленький стих, пока Владимир готовится. Я его написал 17 августа, но все помнят, что это за день был. А эпиграф из детской считалочки, который мне отец читал в детстве. Pussycat, pussycat, when have you been? За что ж вы засадили панк-ансамбль? Сестренок Машу, Катю и Надежду. С детьми подразлучившие их притом. Ведь вас просили музыканты, артисты разные, поэты. Быть все же милосерднее, но сэр Полушка сыровый не указ. Она послушала военку Волочкову, Валерию, Газманова, Кобзона, Никиту, сына гимнописца, и зачитала свой позорный приговор. 2 года лагерей за оскорбление веры святой навечно выбранный тандем. Владимир Игоревич! Не так давно наш нынешний журавль сказал следующее. Оппозиции нужна сакральная жертва. Мне кажется, они вот эту карту сакральной жертвы и разыгрывают. Потому что началась какая-то холодная гражданская война. Одни с крестами идут, другие их пилят. Вконтакте мне пришло какое-то сообщение, что Шевчука надо посадить на кол. И это как немножко отводит наши мысли и дискуссии от того, что всю страну уже слили в офшоры. И как-то занимаемся мы такой вот внутривидовой борьбой. Поэтому, борясь за свободу Пусин и остальным, нужно не забывать главную тему – политическую реформу в стране. Иначе все это чревато гражданской войной. Чтобы напомнить, будет спета песня про гражданскую войну. Приказ ему на запад, ей в другую сторону. Гражданскую войну, уходили, расставались, покидая тихий край. Ты мне что-нибудь, родная, на прощение пожелай. И родная отвечала, я желаю всей душой. Если смерти, то мгновенной, а если раны небольшой. А еще тебе желаю, дорогой товарищ мой, чтоб со скорой победой возвратился ты домой. Он пожал подруге руку, глянув девичье лицо. А еще тебя прошу я, напиши мне песню. Но куда же напишу я, как я твой узнаю путь? Все равно сказал он тихо, напиши куда-нибудь. Там, 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 там
собак и в другую сторону. Уходили комсомольцы, а на гражданскую войну. Комсомольцы на гражданскую войну. Свобода политзаключенного в России. А, ура! Левый притихший северный город, хмурое небо над головой. Курлица Аврора, когда Газпром башня встает на него, что тебе снится? Курлица Аврора, когда Газпром башня встает на него, может, ты снова тучах Цусимы, вспышки орудий, видишь вдали, или в блокаде лютые зимы нас защищают матросы твои, или в блокаде лютые зимы нас защищают матросы твои. Всюду жируют позорные хряки, стеклянные пальцы встают там и тут за нашим стаканом. Сидят олигархи и наших сестренок в каюты ведут. За нашим стаканом сидят олигархи и Катю Марию, Надежду в каюты ведут. Город задохся гламура, город накрыло попсовой волной. Ну что же ты дремлешь? Что же ты дремлешь? Крейсер Аврора. Крейсер Аврора. Опять Газпром башня встает над него. Пора разогнать